А теперь третий способ решения конфликтов. Третье животное, о котором мы сегодня поговорим. Это мишка, медвежонок вот такой. Помните, как Петр отрекся от Христа и говорит, я не знаю, о ком вы говорите. Отрекся трижды. И прокричал петух, как и предупреждал Спаситель. И потом поразительная совершенно сцена в Евангелии от Луки, 22 глава. В тот самый момент, когда Петр трижды отрекся от Христа, и, скорее всего, по крайней мере, последнее отречение слышал сам Христос и прокричал петух, Господь обратился и посмотрел прямо на Петра. И Петр вспомнил слова, которые сказал ему Господь, прежде чем прокричит петух, трижды отречешься от меня. И мы читаем, что он, выйдя вон, горько плакал. И вот мне что интересно, какими глазами, каким взглядом смотрел на Петра Иисус? Что выражал этот взгляд? Это были оскаленные зубы акулы? Это была черепаха в ее панцире, в разочаровании? Думаю, что нет. Послание к римлянам, 2 глава, 4 стих, описывает вот этот взгляд. Римлянам 2, 4. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия. Я думаю, что вот в этом взгляде была и благость, и кротость, и долготерпение Божие. Он не был подобен акуле. Он не походил на черепаху с ее панцирем. Скорее, он проявил в себе качество доброго медведя. В Евангелии от Матфея, 11 глава, Иисус говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, в каком-то смысле Иисус смиренен и кроток, как маленький мишка. Конечно, он может быть акулой, конечно, он может быть подобен черепахе, но тут он говорит «возьмите бремя мое». И он действительно проявляет к нам настоящую подлинную милость. Блаженный Августин так пишет в своем комментарии к Евангелию от Матфея. Иисус не говорит «возьмите иго мое на себя, я научу вас творить чудеса». Или возьмите, я научу вас завоевывать. Нет. Возьмите иго мое на себя, бремя мое на себя, и будьте вместе со мною кроткими. Во втором послании Тимофею, 2 глава, 25 стих, мы призваны с кротостью наставлять противников. Первое послание Петра, 3,15, мы свидетельствуем с кротостью и благоговением. То есть не сверху вниз, не высокомерно, а с кротостью и благоговением. Галатам 6.1. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Вспомните о том, как Иисус проявил свою мягкость и милосердие в Евангелии от Матфея, 20 глава, когда к нему подходит мать Якова и Иоанна и просит дать ее сыновьям места, одному по правую руку, другому по левую, в Царстве Божьем. Я думаю, что материнское сердце можно понять. Как же Иисус реагирует? А апостолы готовы защищаться, апостолы готовы воевать за эти места. Я думаю, что там было и озлобление, был и гнев с их стороны. Смотрите, что происходит дальше. Иисус собирает их вместе, как добрый Мишка. Он хочет обнять всех апостолов. Говорит, кто хочет быть большим, стань слугой, кто хочет быть первым, стань рабом, рабом всем. Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы послужить и отдать жизнь за многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 25, 27, 28. Иисус проявил себя не как акула, Он не гневался. Он также не проявил себя как черепаха. Нет, он просто собрал своих учеников, он обнял их, он не стал настаивать на своих собственных интересах. Нет, он использовал вот этот момент, эту минуту, для того, чтобы показать им, что значит путь к большей зрелости. И еще одно животное, пожалуй, одно из самых интересных. Бывает необходимость прятаться от конфликта как черепаха, бывает необходимость проявлять себя как милый добрый мишка, бывает необходимость становиться акулой. Но иногда нужно проявлять хитрость как лиса. Мне приходит на память одно место из Священного Писания. Это 17-й Псалом, 26-27. «С милостью ты поступаешь милостиво, а с лукавым с тем путь кого? Извращенный. С лукавым по лукавству его». Псалом 17, стихи 26 и 27. Бывают ситуации, когда в конфликтах нужно быть подобным лисе, проявлять хитрость. Смотрите, был момент, когда Христа привели перед израильскими духовными вождями, которые были совсем не духовными, которые были совсем неправедными в жизни которых было что-то глубоко не так. Они схватили Сына Божия, они собирались приговорить Сына Божия к смерти, это люди, пути которых извращенные. И Иисус стоит перед ними, и они начинают задавать Ему вопросы. И вот что интересно. Они говорят, «Ты Сын Божий?» Он отвечает, «Вы говорите». То есть это ваши слова. Есть здесь определенная хитрость. Потому что он отвечает на вопросы людей, развращенных, хотя и наделенных властью. В Евангелии от Матфея 10 глава 16 стих. Иисус говорит, вот я посылаю вас как овец среди волков. Итак будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10 16. Иисус говорит нам о том, что нам нужно научиться вот этой мудрости. Мы, конечно, хотели бы быть ну, как голуби, мы хотели бы быть милыми, кроткими, добрыми всегда. Вот мне, по крайней мере, этого хочется. Но Христос также призывает нас иногда проявлять вот эту хитрость, эту мудрость, потому что рядом с нами люди развращенные, и с ними нужны именно такие качества. Когда мы читаем священное писание, есть смысл обратить внимание на Иосифа. Вот Иосиф, молодой человек, который выполняет поручение отца, может быть не совсем правильно с братьями общается. И его ненавидят. Его схватили, его продали в рабство, хотя сначала хотели убить. Он оказывается в Египте, ему лет 17, он совершенно один. Он ä, раб в доме Патифара, у него начинаются проблемы с женой Патифара, его бросают в темницу, и там он восходит на вершину, потому что он одаренный человек, одаренный администратор, одаренный лидер, руководитель. И на протяжении всего этого времени в темнице он ведь общается с негодяями. Семья его проявила себя с не лучшей стороны. Его братья предали его, продали его в рабство. Так что, если уж кому и приходилось общаться с людьми развращенными, так это Иосифу. И он научился вот этой хитрости и мудрости. И когда братья приходят, потому что засуха у них, и потому что они хотят купить зерно, купить еды, Иосиф является и перед ними, они его не узнают, а он их узнает, и он устраивает им проверку. Многократно устраивает для того, чтобы понять, изменились ли его братья, или они все такие же, как были раньше? Потому что Он человек мудрый и даже хитрый. И проходит время, и Он убеждается в том, что Господь действительно изменил сердца Его братьев. В конце концов Он открывается братьям. Он плачет, потому что прошло время хитрости. Теперь... пора быть искренним и честным. С этими людьми. Кстати говоря, еще о лисах. Слово «лис», «лисица» используется и в Новом Завете. В Евангелии от Луки, 13 глава, 32 стих, Иисус говорит, «Пойдите и скажите Ироду, этой лисице, что я скоро достигну цели». Иисус называет Ирода лисицей. Часто, политические лидеры оказываются такими лисицами. И вот Иосиф, человек, который научился такой изворотливости, хитрости. Но проблема заключается еще и вот в чем. Есть люди, которые так и остаются хитрыми. Ведь Иосиф-то открылся братьям, Иосиф стал честным с ними. Но есть лидеры, есть руководители, которые постоянно хитрые, постоянно вас проверяют, постоянно вас испытывают. Они не проявляют с вами честности, они не проявляют с вами открытости. Так что этой хитростью и изворотливостью можно злоупотреблять. Но ведь с чистыми мы призваны поступать чисто. Мне нравится книга, назвала его Патрик Лиционе. называется она ⁇ Пять дисфункций команды ⁇ Он пишет в частности о том, что команда не будет работать, если никто не проявляет честность, если все как лисы. Патрик пишет о том, что хорошие команды открываются друг перед другом, участники команды не боятся открыть и свои нужды, и свои страхи. Они не боятся, что их не поймут, они не боятся отвержения. Понимаете, нельзя, допустим, в браке быть постоянно хитрыми и изворотливыми, нельзя в браке постоянно испытывать друг друга, нельзя в браке закрываться друг от друга. Наоборот, нужно делиться и своими страхами, и своими слабостями. Если в браке быть такими змеями, которые постоянно хитрят, Ничего хорошего из этого брака не выйдет. Если родители постоянно испытывают детей, постоянно подозревают их, если родители не будут открываться перед детьми, не будут открывать свои собственные слабости, тогда отношения между родителями и детьми разрушится, просто развалится. Члены команды никогда не станут настоящей командой, если мы будем хитрить. Есть время для хитрости, но время для хитрости тогда, когда люди проявляют нечестность. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com И, наконец, бывают ситуации, когда в конфликтах нужно проявлять мудрость совы. Евангелие от Луки, 22 глава, 47-48 стихи. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак». Иисус же сказал ему, «Иуда, Целованием ли предаешь Сына человеческого? Иисус проявляет мудрость Сына Божьего. И Иисус обращается к совести Иуды, дает Иуде один последний шанс, одну последнюю возможность для покаяния, одну последнюю возможность признать, что Он, Иисус, есть Сын Божий, а не предавать Его поцелуем, целованием. Певец Майкл Кард написал об этом песню, которая называется ⁇ Почему? ⁇ Почему именно друг предал Господа? Почему именно целованием? Ведь не для этого целование предназначено. Лишь друг может предать друга. Незнакомцу это не дано, потому что лишь друг может принести столько боли. Незнакомец такую боль не принесет. Смотрите, Иисус проявляет мудрость, мудрость совы. Он в этот последний момент задает вопрос Иуде, в этот последний момент задает вопрос людям, «Зачем вы пришли на меня с мечами? Я ведь был с вами каждый день». Он последний раз обращается к людям для того, чтобы передать им свою мудрость, чтобы дать им еще одну возможность, одну последнюю возможность покаяться, проявить мудрость, но они отвергают мудрость Сына Божьего. Мне нравится символизм совы. Знаете, что интересно? Я недавно был в Африке с миссией «Сумка Самаринина», и мы преподавали там, и я преподавал и показывал сову, эту премудрую сову, и вдруг африканцы испугались. Знаете, почему они испугались? Потому что в Африке сова — это символ зла. Если в деревню прилетает сова, то все разбегаются, потому что сову воспринимают как символ зла. И часто в Африке символом мудрости называют слона. Слон мудр в том, как он использует свою огромную силу. Так что в разных культурах с этими животными нужно обращаться бережно, потому что далеко не во всех культурах ассоциации с ними такие же, как и у нас. Но я надеюсь, что вы поняли вот эти слова Иисуса, обращенные к народу. Он показывает, последний раз, еще один раз показывает, что да, есть ситуации, когда нужно быть похожими на черепаху, уйти в свой панцирь и уйти от конфликта. Есть ситуации, и он показывает это Петру, что нужно быть подобным акуле, и нужно идти на конфронтацию, сказать «довольно», Довольно, Общаясь с Иудой, Иисус показывает, что порою есть ситуации, когда нужно проявить мудрость и задать вопрос. Иисус общается с лидерами Израиля, с религиозными вождями Израиля, и говорит, есть и хитрость, должна быть хитрость лисы или змея. И порою нужно быть черепахой просто уйти, спрятаться. Вот что поразительно. Иисус проявил такую мудрость, и Он так отражает славу Божию, что в этой взрывоопасной ситуации Он поступает правильно. Мы в пылу конфликта зачастую ошибаемся. И я надеюсь, что мы научимся у Иисуса, что мы поймем, что бывают ситуации, когда нужно быть черепахой, или мишкой, или совой, или лисицей, а порою и акулой. Если мы идем за Христом, если мы просим его о мудрости и помощи. Он поможет нам понять, как лучше реагировать именно на этот конфликт.